Чтобы отдых в лесу не обернулся пожаром, запомните простые правила. Не разводите костер среди сухостоя, на торфяном болоте, под деревьями, а также в ветреную погоду. Не оставляйте костер без присмотра. Покидая стоянку, залейте его водой. Не бросайте в лесу горящие спички, окурки и тлеющие предметы. Не выжигайте сухую траву. В случае обнаружения огня, по возможности попытайтесь потушить его. В ином случае покиньте опасную зону, так вы убережете лес от пожара.